День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы пойдем на арену в Hearthstone и проиграем жестоко, потому что я так давно не был на арене. Мне бы хотя бы одну победу. Так, давайте я возьму утро, давно не играл утром. Итак, равенство здоровья становится единицей, императорская кобра или раненый рубака. Проблема в том, что равенство, оно меня не спасает. То есть, если бы зачистка стола меня спасала сразу же, то здесь лишний ход. А обычно зачистка стола должна действовать сразу же, поэтому я откажусь. Императорская кобра обычно пугает людей, потому что она может уничтожить любое существо, а раненый рубака, только если я его смогу полечить, это больше для жреца, так что лучше всего императорская кобра. Ночной клинок, лепрогном или гном-изобретатель. Я возьму лепрогнома, потому что это карта, которая гарантирует сразу же 2 урона, как минимум. И заступник авангарда, боевой клич, ваше выбранное существо, получает способность божественный щит 2-2-2-2-2-2. Верховный маг или лепрогном. Давайте еще одного лепрогнома возьмем. Жрица Луны, Свет Небес или Матрос Южных Морей. Я возьму Свет Небес, чтобы восстановить себе здоровье. Печать мудрости выбирает существо, когда оно атакует, выберете карту. Ситуационно щита носит Сейджин или молодой Дракодрон. Давайте Дракондор. Сейджин, конечно же, что, потому что хороший танк, лидер рейда, освещение носит 2 единицы урона всем персонажам противника. Эйрвок, шкальная моя ракетница. Нет. Конечно же, зачистку стола мелких существ. Воин синежабрых, гоблин, телохранитель или свет небес. Давайте я возьму еще один свет небес, потому что тот танк это на 5-4, он слабоват. Печать могущества, выбранное существо получает плюс 3 к атаке. Вожак лютых волков, находящиеся по обе стороны, получает плюс 1 или мурлок волнолов. Давайте вожака возьму. Око за око, секрет, когда ваш герой получает урон, вы наносите такое же количество урона герою противника. То есть он не предотвращает урон, он просто возвращает урон. Скажу вам честно. Именно так скажу. Давайте боевого голема возьмем, потому что больше ничего приличного нету. Божественная милость, вы берете карты до тех пор, пока у вас в руке не будет столько же, сколько у вашего противника. Опять же, ситуационно, вашерский оракул, если это не мурлок дек, то нет. И ментальный техник, если у врага 4 существа, я забираю одно. Он тролльный, он веселый. Железноклюв, губаруши или око за око. Сайленс, железноклюва или губашуры. Давайте Сайленс возьму. Полезная карта. Искупление. Секрет. Когда одно из ваших существ умирает, вы возвращаете его на поле с одной единицей здоровья. Ага, хорошо. Гоблин-телохранитель или служитель боли. Ну вот, скажу вам, здесь я выберу все-таки гоблина-телохранителя. Так. О, господи, чуть-чуть притормаживает все. Служитель земли, око за око или заступник авангарда. Давайте возьмем служителя земли. Оракуль темной чешуи, инженер-новичок или огр-маг. Давайте возьмем инженера-новичка, потому что у нас получается, мы тянем дополнительную карту. Печать королей, выбранное существо получает плюс 4, плюс 4. А, только обалденно, конечно же. Собиратель сокровищ или щитоносец. Нет, нет, печать королей, конечно же. Так, заступник Варгата, аманийский берсерк или щитоносец Сейджин. Давайте я возьму аманийского берсерка, потому что он хороший, и я его не брошу. Защитник королей, это он 5-6 за 7 урона и 6 восстанавливает здоровье, что приятно. Так, плотоядный вурдалак, свет небес или око за око. Давайте возьму плотоядного вурдалака. Так, печать могущества, гризли, сталемех. Давайте все-таки возьмем заступника авангарда. Он к нам лезет, просто лезет в руку. Итак, служительница солнца. Это танк еще со щитом. Хранительница тайн и элементальный техник. Давайте возьмем танка. Освещение носит 2 единицы урона. Давайте возьмем 2 единицы урона. Кислотный слизнюк уничтожает оружие. Дракондор или служитель боли. Давайте его возьмем, чтобы уничтожить оружие. И на 2 маны у меня, ну, очень много карт. Это нехорошо, скажу вам честно. Давайте я возьму вождь Северного Волка, чтобы было.
О, меч справедливости. Каждый раз, когда вы призываете существо на поле, оно получает +1/+1, а это оружие теряет 1 единицу прочности. Огненный великан или морской великан стоит 1 ману меньше за каждое другое существо на поле боя. Давайте возьмем меч справедливости, потому что он может бафнуть кучу моих маленьких существ. Так, правосудие света, Магда Лорана или оракул темной чешуи. Давайте возьмем правосудие света. Седоспин Патриарх, Дракономеханик или Берсерк Губашуры. Седоспина я не возьму. Губашуру или Дракономеханика. Дракономеханика так редко беру. Давайте возьмем Дракономеханика. Может пригодиться. Амалийский Берсерк, Огр тяжелого кулака или Служитель Земли. И давайте я возьму Огр тяжелого кулака, потому что больших существ у меня мало. Серебряный клинок, или нанести 3 единицы урона, я беру карту, или морозные эти. По идее, все 3 карты обалденные. Давайте серебряный клинок, потому что я там наношу урон и лечусь сам. Так, глава культа, стражник Магушан или ночной клинок. Тут скажу вам честно, я не знаю. Давайте возьмем стражника Магушан, он тролльный. Так, 1-7, скрытный убийца, командир авангарда или мастер ковки клинков. Это последняя карта, которая нам предлагает. Итак, скрытный убийца, это в самом конце много урона, потому что он спрятан. Командир авангарда это рывок и божественный щит, а то есть я могу, например, резко убрать какое-то существо, и мастер ковки клинков это медленное дополнение к атаке. Вот эти две карты. Какую? Давайте авангарда возьмем. И все. Вот он дек. Я вам скажу честно, я так давно не играл на арене, что мне одной победы вполне хватит. Давайте просто будем играть. Одна победа это то, что я прошу. Все остальное поражение не по жестокой глупости, а по, как бы потому что просто не повезло. Вот как было бы приятно. Но, скорее всего, так не будет. Скорее всего, это будет жестокие глупые поражения. Так что давайте пойдем. Так, хорошо. И первый наш враг кто? Малфурион. Интересно. Это, вот скажу вам, в Constructed, а то есть в тех деках, которые я собираю или кто-то другой собирает, с друидом редко встретишься. Здесь же, видите, люди берут. Так, освещение, оставим служителя земли, кислотного слизняка. Давайте все оставим. Это все хорошо, мы можем сразу же начинать с первого хода кого-нибудь играть. Друид, он с самого начала особо маленьких существ он не трогает. Так что это не страшно. Пока что исступление. Лепрогном. Давайте лепрогнома сыграем, монетку на потом оставим, посмотрим, что он сыграет, чтобы можно было среагировать, может быть, на то, что он сделает. Так, хорошо, давайте я глотну чайку. Пока он думает, скажем ему привет. Какая встреча. Так. Коготь. Он решает для прогнома укусить. Ну хорошо, он получает так или иначе 2 урона для прогнома. Это вот этим хороша эта карта, потому что 2 урона так или иначе получаются. Так, хорошо. Теперь давайте я Гурубаши сыграю. А потом выведу моего вурдалака, чтобы потом умирающие существа его бафали. Так, Гурубаши. Что ты нам скажешь? Наша рубашечка. Так. Монстр, об которого Гурубаша сможет разогнаться. Или что-то гадкое. Или... Да. Это монстр, об которых Гурубаша сможет разогнаться. Так. Давайте тогда сейчас сделаем вот так вот, чтобы даже если Гурубаша умрет, чтобы он смог... Чтобы наш... Вурдалак смог раскачаться. Хорошо. Давайте сейчас сразу же начнем раскачивать. А то есть... Так или иначе, он может моего Гурубаши затюкать. Но посмотрим, что он решит сделать. Давайте, пускай. Поменяю тогда 2 существа на 1. И видите, бафну. Бафну своего вурдалака. На этом закончить. Ну, парень, давай. Еще 2 бафа моего вурдалоку будет 5-3. Будет красивый. Будет
прелестный. О нет. Ах ты, ёшкин кот. Ну хорошо, но он потратил размах на маленькое, более-менее маленькое существо. Ну, к сожалению, мою красивую комбинацию он убрал со стола, что, конечно же, грустно. Но, с другой стороны, что поделать, бывает. Так, давайте сейчас тогда раскачаем много существ, чтобы можно было потом выложить вождя Северного Волка, чтобы он был большой, толстый и страшный. Так что сделаем так. И пока что мы по чуть-чуть друг другу тюкнули. Особо немного. Немного особо. Так, Мурлок Волнолов. По идее, всю вот эту шушеру я могу убрать своим освещением. Вот, например, сейчас Лепрогнома выведу, чтобы он был. Так, хорошо. Теперь освещением уберу Мурлоков. Так, хорошо. Отлично. Теперь, так или иначе, его останется, товарищ. Но давайте сейчас сделаем так. Так, пускай. Хорошо. И на этом закончим. Посмотрим, кто у нас. Я на следующем ходу тогда с монеткой сыграю, скорее всего, волка. И посмотрим, что мне придется сыграть. Но так или иначе, я, по-моему, более или менее хорошо. Так, это так. Понятно, ходит, к сожалению. И теперь уже Северного Волка. Он 100% хочет гнома укусить. Да, он хочет гнома укусить. Гном наносит 3 урона. Это неплохо. Я не против. Так, так. Отлично. Так, о, императорская кобра. Давайте сейчас сыграем тогда так. Так. Угу, хорошо. И на этом закончим. Отлично. Тогда на следующем ходу я смогу еще шушеру сыграть, и потом моего волка. О, господи. Звездный огонь на кобру. Это отлично. Это за 6 маны карта на 5 урона. Это обалденно. Так, теперь смотрите как. То есть мне вообще нужно? Нет, мне не нужно. Это я могу сделать так. Так, и существо на 6-6 у меня в руках, нормально. Монетка у меня так и осталась лежать, просто у меня куча сейчас маленьких существ в руке, они идут друг за другом, и это хорошо, поэтому монетку мне не пришлось играть. И я пока что не получил урона, что приятно. Так, вот он теперь, например, желает, чтобы он не использовал тогда звездный огонь на мое маленькое существо, на мою коброчку. Потому что, когда у него на столе ничего нету, кобра ему как бы не страшна. По-моему, я сейчас сыграю свой Silence. Так, на кого? На шушеру мою? Шушеру, мушеру, гушеру, бушеру, душеру? Ну хорошо, на шушеру мою он напал. Окей, кислотный. О, а оружие у меня, вот как хорошо, что он сейчас кислотника вызвал. Печать королей. Класс. Давайте сейчас тогда сделаем Silence на него. Давайте сделаем печать королей сюда. Давайте. Оп! И давайте сделаем... А, я не буду разгоняться особо. Давайте потихоньку. Давайте осторожно буду убирать его существа. На этом закончим. И посмотрим. У друида, по-моему, нету ничего, чем он мог бы... Он у него, может быть, сова есть. То есть он может расколдовать мое существо. Но, ага, хорошо, он возвращает танка на место, окей, и сейчас сыграет еще раз танка, понятно, да, вполне логично, вполне логично. Так, служительница солнца, у меня тоже есть танк, хорошо. Так, самолечение мне не нужно играть. Давайте тогда сейчас сделаем то, что он от нас хотел, то есть так, окей. И раш. Вперед, все хорошо. Итак, по идее, он должен уже сдаваться сейчас. Сдавайся, парень. Нет, ну, конечно же, если бы он сдался, это было бы грустно и скучно. Так, хорошо. Раз. Что он еще сделает? У него 7 маны. У него 7 маны, он делает звездный огонь. Хорошо. Так, теперь он может своим... Но ему так или иначе у него не хватает. У него не хватает сейчас, чтобы разобраться со мной. Отлично. Фух.
Так, первая игра выиграна. Это хорошо. Это всегда позволяет размяться. Так, хорошо пошло. Так. О, у меня даже дейлик выполняется. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг полковник выбегает прямо в зайчика. Бутылкой бросает. Ой-ай-ой-ой. Оказалось, бутылка пустая. Полковник все выпил. Тра-ля-ля, не рифмуется ничего. Да, вот так вот. Я не знаю, почему. Почему они все бросают, почему они все алкоголики и бросают в зайчика бутылками и всякими разными вещами. Не знаю. Может быть, потому что мне не хочется, чтобы они его расстреливали. Но почему они все алкоголики, я тоже не знаю. Что-то странное у нас происходит. Так, трал, шаман. Жажда крови. Жажда крови — это то, что мы боимся. Так, мы ходим первыми. Давайте от этого откажемся. Все остальное... Давайте от него тоже откажемся, потому что он как бы с самолечением в самом начале не нужен. О, это интересно. Это интересно, конечно же, я на первый ход ничего не смогу сыграть. Привет. Так, хорошо. Давайте тогда посмотрим. Так, монетка, что он монеткой играет? О, хороший товарищ, я его люблю. Особенно в самом начале его выталкивать, это одно удовольствие. Так, теперь, что я играю? Я могу сыграть только его, и да, я его сыграю. Так, закончим. Если его раскачают сейчас ударом ножика, то, ну что ж, это мне неплохо, мне наоборот хорошо, но так или иначе он сейчас, по идее, должен поменять их друг на друга, потому что, может быть, он сейчас сходит с существом, ага, ударит ножиком в меня, ну да, вот ему повезло, ага, у него танк, танк. Ну что ж, давайте тогда сделаем вот так. Хорошо. Давайте уберем танка. Окей. Давайте на этом закончим. И наш ярый дикий товарищ, он может что-то сделать. Ой-ой-ой, топор бури. Хорошо, он себе перегрузку сделал. Это приятно. Угу. Но только щит не уходит никуда. Отлично. Так, теперь я могу сделать как-то... О, давайте я сейчас выведу его на стол. У нас сейчас товарищ раз, бафнет нашего. Угу, хорошо. Идем дальше. Так. О, господи, дальняя, выберете карту, эта карта стоит на 3 маны меньше. Ну, не слабо. Если это что-то классное, то ему повезло. Если ничего классного нет, то ему не повезло. Ему не повезло. Он не смог, по крайней мере, сейчас ее походить. Да, о, давайте сейчас вот этим вот товарищем проходим. Девушкой больше. Больше девушкой. Так, хорошо. На этом закончим. Итак, у меня много существ. О, вот бы мне сейчас жажду крови, а? Вот было бы классно. А, гроза. Это ему повезло. Это ему очень повезло. Ага, хорошо. Так, ну что, парень, кого ты бафнешь? А, на кого ты нападешь? Проклятый. Так. У меня так или иначе 5 урона. Существо на 5 урона, я ему 4 урона наношу. Это отлично. Все хорошо. Так, все, это уже лучше. Мы идем дальше. Давайте походим. Так. Давайте уберем его тотем, потому что он вроде бы кажется, что он маленький и бесполезный, но он иногда может очень сильно пригодиться ему. Так что давайте уберем его тотем. И пойдем дальше. Где мои танки? Мне как-то без танков страшно, скажу вам честно. Мы друг другу наносим урон. Ага, вот она карта. Рывок. А, неистовство ветра, к сожалению. На кого? А, ну он потратил зря неистовство ветра. Да, парень, это было ошибкой. Это я скажу тебе сразу же и честно. Это было ошибкой. Очень интересно, что я не могу походить сейчас ни одной картой, но так как у него сейчас много существ нету, я лучше всего сейчас похожу. Хотя, я могу коброй походить.
и еще механиком походить. Пускай. Так, так, закончим. И паря-паря-паря-паря-паря. Та-дам-та-дам. Та-да-да-да-дам. Дикого волка дух. Хорошо, посмотрим. О, господи, ой, ой, нехорошо. Ой, нехорошо. Так, и он может кого-то укусить сейчас с топором. Ага, мою эту девушку. Так, смотрим тогда, что я могу сделать сейчас. Я могу сейчас... Неплохо сыграно. Ох, господи, он уже сдается? Он уже сдается или он на меня уже так нападает? Типа, неплохо сыграно. Так, я могу сейчас сыграть... Давайте вот так вот инженера. Посмотрим, может быть, мне выпадет какая-то карта, которая все изменит. Печать королей. Давайте сейчас сыграем тогда так. Хорошо. Теперь я своего механика уберу. Хорошо. Я теперь сделаю так. Так. Silence. Теперь так уберу тотем. И убью его. Есть. О, господи, я, конечно же, мог это быстрее сделать, но... Вот так вот. Фух. У него явно была карта, которую он мог сыграть и меня убить. Скорее всего, но... И так будет с каждым. И я тогда на сегодня закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.